Не надо лишний разговор, документы покажите, пожалуйста. Ваши документы передайте. Очень приятно. Вы знаете, я гражданка Узбекистана. Будьте любезны, предъявите ваше служебное удостоверение, пожалуйста. Вы еще такая умная, да? Мои документы? Вообще черно. Оборзели. 58,3% моей работы за сентябрь месяц – это отбивание мигрантов при незаконных задержаниях полиции. Подчеркиваю, незаконных. Для какой цели вы спрашиваете мои документы, основания для проверки? Нифига себе. Birinchi u dokumentni predavid qilish kerak-ku. Bunaqada so'rasiz, nima dedi haligi? Men simagan deb bo'lib. А я же не хочу, чтобы вы совершали уголовное преступление. Вы же хороший человек, правда? Правильно. Правильно. Давайте вместе пойдем в управление по вопросам миграции, в ближайшее. Отделга оборудования 5-6 сот. Морально изып обутрады, хама документы с тоғыр босаем. Шуни чун ушай нарсага корқып, сразу документымызы беру арамыз, да? Біз гастрой байетларды паспоғанады көрады, да бұлар? Это нужно то же самое, только более четко. Давайте, сделайте так. Это легко достаточно научиться. Важно, чтобы человек был смелым. Но мигранты смелые люди. Если бы они были трусами, они бы вообще не выехали с родного Тишвака. Спасибо. Капитан Иванов Петр Сергеевич. Очень приятно. Петр Сергеевич.